Фух, я даже не знаю после такой песни, что говорить-то. Просто спеть. У тебя прекрасная песня. У меня прекрасная песня, да. Не, подождите. Она прекрасная. Спалишь. Прекрасная, и наши артисты меня не простят, наверное. Хотя, им все равно мы им не скажем просто. Ты имеешь право на это полное причем. Конечно. В общем, не знаю, когда наши ребята поют эту песню, они поют это вот, сидя на носке сцены перед третьей ночью. И вот с самого первого раза, когда я увидел, как это происходит на сцене, мы в репетициях подошли к этому моменту уже, в принципе, полностью и со светом, и с костюмами. Потому что всегда откладывали, как вроде бы простую сцену, мы ее откладывали всегда на потом. И вот, грубо говоря, задача была у них просто быть лицом в зал и, стоя на коленях, пропеть эту молитву. Но когда, да что Дима Савин, что Игорь Скрипко это поют, у меня всегда огромные мурашки по коже и наворачиваются слезы, потому что как-то они, конечно, это делают все очень проникновенно, очень круто. Постараюсь я немножечко хотя бы приблизиться к их мастерству. Что, поехали? Холодно, словно в могиле. Тра-та-ра-та-та. И Женя принес, значит, вот этот фрагмент, он спел его акапелла. И у нас были жуткие споры. Артур говорит, не нужно, это остановка действия и так далее и тому подобное. Но я просто не мог удержаться и настоял на том, чтобы все-таки нашли место для этого маленького произведения. И мне кажется, что оно прям встало туда, куда нужно, и это такое очищение. Но потом, к сожалению, Хома делает неправильный выбор. Ну ладно, это уже другое. Поехали дальше. Ладно, следующее